Уже? О! Пусть оно не совершенное, это терпение, но, в общем, по отзывам церкви я стал терпеливее, я думаю, что это благодаря вам. Вы меня терпите, я смотрю и думаю, Господи, ну, как надо соответствовать, в общем. А за вашу преданность. Вы приходите на наши вот эти вот собеседования маленькие, и так приятно, что у меня дома собираются неравнодушные люди. Мне одному было бы плохо, грустно и скучно. Кому-то иногда хочется побыть одному, а мне вот плохо. И вы прямо скрашиваете мое одиночество, спасибо вам большое. Вы окружили меня такой теплотой, где я никогда ее не видел. Вот до я же много чего вел, всяких разных коллективов и организаций. И вы новые какие-то, абсолютно. Хочу сказать вам за это тоже спасибо, что я вот почему хороший год, да вот вы вот рядом, и у меня год хороший. Пожелать хочу, чтобы мы не расставались, росли, конечно, количественно, качественно. Здоровье обязательно каждому, прям 100%. Как говорят компьютерные игроки. Видение будущего светлого, светлого взора в будущее. Обязательно. Чтобы надежда ваша не гасла. Никогда не гасла надежда. Как бы тяжело ни было, пусть надежда будет у вас. Храни вас Господь. И, в общем, с наступающим вас 2020 году. Вот.